Ай, бать, он жирный. Ты мне скажи, как мне стримить можно? Охуеть, я стримить. Без стримить можно. Юр, тебе нельзя такими вещами заниматься. В смысле Shadowplay? Я его сколько даже я помню скачивал. По ОФу, тут бегать нельзя по кругу, а наоборот, смотришь все под ноги, если круг есть, еба! Обходишь. О, я... весело, глянь, нету круга, а, появились. Я что-то не вдуплю, блин, я сейчас прибью. Кинула вроде мой мотив медитации на себя, поняла? А он на тебя кинулся. Это вообще хрень такая, которая восстанавливает чисто мне, по идее. Да, Женя. Так я тут рядом с тобой. Ну вот я вижу. Нельзя, не работает. Нет. Блять, чё молчите-то? Ты бы ДПС метр забил. Дать Вася мне наваль. У него щит как у гипера, ничего не должно проходить. Нельзя атаковать. Мне не нравится, что здесь нет света и стрели. Мне нравится, что у барда сейчас овер дохуя скиллов инсталла. Ага. Да и синий. Да, чуть не убил. Сними. Пошли. С вас дамагеры, блядь, такие. Ой, все, блин. Могу глаз кинуть. Кто бы пиздел бы. Ага. Самый дамагер, блин. В смысле, я вас всех передамажил. Че ты пиздишь? Ну, посмотри на комбо-сатре. Ты чё? На себе. Но да. Это сейчас. Да, это не я идет. Тагер там как бы там. Все дела. У меня это тоже не ебет. Блять! Ой, блядь, что-то он неожиданно щит. Сейчас встану. Батю барда, почти все скиллы инстол. Под конец подлагивать начал. У сорков наконец-то появился дар скорости, сука. Ура, что блядь. Это? Ебать. Да. Он, короче, стакается с Байзилкой, сундуки стакается поднимай. С Джекилом. Заменяются. Оо. Угу. Ебать, хуйня. Везет. 65-я. Рыжая. Ой, фиол. Фиол. 65-я. У меня рыж. Ой, это что такое? Источник защиты. Сундук. С днем рождения, Сэн. Уи! С днем рождения. Да, это подарок мне, рыжий, да? Ож, шестидырая со скоростью атаки, блядь. Ёбаный ты в рот. Можно будет... Ой, это, давайте еще раз сходим. А Женя не пойдет. Дайте я выйду на 5 секунд. Не, я второй раз не пойду. Кристалл веры, это для чего? У меня минерал веры. Я хрен его знает для чего. Куда мне другое место, я не хочу больше лентус. Пойдемте в другую куда-нибудь. Я шапку себе достала. А то выйдем через этот выход тут. Тут еще данжи в этой локе. Не, мисса, открывай. А вот сюда. А чем? Там асмовский данж. Вот так. Че? Нет, там еще два или три данжа есть, которые мы можем пойти. Обитель разгневан. О, в обитель не пойду. Бежит Бунов, мне в пизду. А чё ты? Какой-нибудь еще по фасту, типа. Мозг Юрика. Нет. Няхарентос.
реально изи данж, проходится на три типа. Это неинтересно, с кого вода падает? Короче, Ибрагим. Ибрагим. По-моему, да. Теобома, степайся. Все Теобома степайтесь, да? А нахуя? Тут же дроп есть в этих данжах. Зачем? На, пошли. Вы в туннель? СО. А с СО только перо падает, вода не падает. Теобомас. Пошлите тогда в Теобомас, да. Все правильно, Теобомас. Форт Адамс. Вы чё бахаете свитком? Женя, а ты чё, не покупал свитки? Телепорта. Покупал. Ну, надо было сразу в Теобомас степнуться и всё. Универсальный свиток телепорта. Не покупал. Арфа классно с Рентосом выпала. Буду знать, что вначале надо будет в Рентос пиздить. Где вход? Перелетай. Посмотри. Там, где Юра. Я это уже разобрался. Нужно лететь? Какого? Удачи. Сколько КД? 26 секунд. Тут изи КД. Бля, подожди, да лучше и ТПшнись. Я полетела. Ну так подожди минуту. Чё ты? Ебать. 12.00 обновилось. То, что я открывал, мне оставалось там буквально это. Луну открыть штук 10, блядь. И было бы это. 1000 штук, да. Тут есть кому продать нужно? Ты тыкни один раз. Этот. Мне не обновилось, а так, короче, отображение. 9.00 обновляется. Это баг отображения. Не-не, обновилось. Нет, это баг отображения. Я уже потратил больше 25, а ключ мне таким. То есть, тогда как-то брошу. Да, надо форт. Куда вы? Мы же сказали Теобомас. Я ж отходила. Давай в Теобомас в этот. Она отошла на кухню, хряпнула там уже соточку. Нет, я курить ходила. Ну и соточку заодно хряпнула. Нет, не хряпала ничего. Да хряпала. Да не хряпала, чего я прям сижу, отвали. Где мои подарки, не поняла. Да, Юра, где ее подарки? Она не поняла. Да, мы уже с ней договорились на эту тему. Что прямо, налево? Прямо, зачем налево? А, прямо и... Через курицу. Изи данж, блять. Пиздец. По фасту. В смысле? Сейчас будем 2 часа бегать, блять. Кого по фасту? Ну это реально изи данж. Юра, а ты чё какой-то? Кто? Цветом какие-то. А, это Женя, блин. Да. Ну так я ж сказал, тут во всех данжах друг будет. Пошлите до Хабату отпиздим. Хабату? Угу. Пойдем. Левая. Да, левая, 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 левая. Вот эту тут. Вот у меня. Она. Это пропинговка у тебя, наверное, была. Дайте за кем-нибудь прицеплюсь и отойду. Ну и за пропинговку. Это они специально для ОБТ сделали, Юр, или так и будет? Это так и должно быть. Это на легенде просто хуёво сделали.
То есть, короче, собрал пачку, сходил нахуй один раз, одел всех в бижу, блядь, и в данж больше не ходишь. В смысле? Ну, если там только падает как говна. Ты про какой данж? Про этот. Про какой? Ну, в смысле, сходил один раз, почему один раз? А там несколько бижи выпало? Ну там пиздец, блядь, дропа навалило нахуй. А, это да, это так и должно. Денег ушло. Вот из-за кого у нас дропа нету. Вели меня в какую-то хуйню. Мне кажется, я сейчас потеряюсь. Бать, 2% ваншот? Это чё такое? Да, это классно. Не-не-не, там в крафтовском 4000. Но все равно 2%. Вы хули жалуетесь? Вы куда идете вообще? Я хз. Ничего не изменили. Зачем ты запутал? Я тут не был миллион лет, блядь, еще столько не хочу. Столько же, блядь. Саня, хочешь тебе божик подарю? Божик? Что? Божик? Угу. Ну. Все, пизда, я потерял. Да нормально все. Где я? Все нормально. По идее должна. Даже на легенде мне падало мелкому. Подождите меня. Ждем. А чё тебе, кстати, админ Юра ответил? Что? Ты ему вчера тебе писал. Ну я же четвертый раз рассказывать не буду. Ну, ты мне просто вкратце скажи. Сказал хуй тебе. Нет, будут плюшки, плюс мы, а, ну еще подумают, какие плюшки. Ну то есть, короче, только смысле, кто в ОБТ участвовали, только мы. Ну я про легион именно говорю. Здравствуйте. Там нихуя. Ой, да. Воды нету. Ня. Сундук. Чёрт. Украшение. А чё у меня опять сундук открывается, типа? А ключ нужен на него. А у нас ключа нет, а жерелка упала. Сапфировое ожерелье падшего духа. А сколько раз можно сходить в эту хрень? Да хуя. Куда еще можно пойдемте сходить? Пойдемте еще сходим. Че тут? А я вот не помню, где его можно взять. По квесту он берется. Ребятушки, этот свиток передается или нет? Какой? Ну вот, который телепорт ваш. Я ж не покупаю. Блядь, куда по фасту? Ня. Сука. А в той лобби не падает вода? Падает, но туда КВ надо. Смысле? Может, на этой версии уже не пошли надо. Пошли посмотрим. Пошли в форт. Слышишь? На Тахамату. А пошли проверим, какой тут форт. Ну да. Тут давайте форт сейчас в Сигни на самом верху. Давайте сначала Талабу проверим. Саня. Ай. У тебя в четверг выходной? Да, четверг, пятница. Ну, в пятницу я бухаю. Ну, понятно. Я один на свой день рождения не бухаю. И здесь такие мудрые еще. Легко, пошлите в ТО. Не. Понимаешь, Юра, я вообще на свой день рождения работать буду. В смысле выбора нет? Вот я ненавижу людей, которые... Нет, просто я честно не люблю людей, которые говорят, что их заставляют бухать. Вот тут
честно, как можно заставить человека? Ну, смотри, фишка в чем. Мы будем сидеть чисто символически, потому что мне в субботу на работу. Так это не бухаем. Это отмечаем. Чисто символически. Чисто символически. В какую сторону пошли? Ну так это отмечаем уже. А, ключ выбить, точно. Да что там? Неправильно выбранная цель. Изи. Как пизда на меня сыграла. Слышь, Ибрагим, если будет заходить админ, скажи, воды не хватает, отправьте воды. Админ куда будет заходить? Ветра. Еще надо будет написать то, что стигма у Глада чуть-чуть неправильно работает. В смысле, о чем неправильно работает? Ну, поглощение жизненных сил, грубо говоря, она должна поглощать. А она поглощает процента 2-5 больше. О, нихуя себе. Мне интересно, когда эти легендовцы нарадуются тому, что в данжах есть дроп? Кто? Нарадуется? Ничего, ничего. У меня уже 265 мифрила. Пойду сейчас 60-й обкуплю. Да. Юра, сколько мифрила? 200 с чем-то. 445. Вы куда? Ну, блядь, я работаю в отличие. Ну да, это вот это то я же вечером самое. Постоял, просто пооткрывал. Вы я куда еще раз говорю? Вы что? Я не знаю, куда. Тормоза. Вот мы с Аней работаем, в отличие от некоторых. У нас нету такого качества хуйня. Ой, да ладно тебе, а? Самый работающий человек из вас это я, если чё. У меня 70 мифрила. Не соглашусь с тобой. Чего? Я помимо официальной работы я ещё в халтуре, так что... Да, всё, у меня 365 мифрила. И 12 серки. Я не делаю, блин, я бабки за них забираю. Завари. Ибрагим, как мне стримить на ютубе? Хуёво. Через зубы. Че, сейчас я тут закончу, я пойду на легенду пироточную. Надо. Плюс 8. Не надо, не надо. Ну чё? Не надо говорить. Хотите. Нет. Вы хотите себе занавеску? Нет. Поднимите ключ. Слышишь? Тут же занавеска есть. Да, занавеска. Не надо точить, пожалуйста, пирог. Хорошо, хорошо, хорошо. Знаешь почему? Сундук сокровищ не открывается. На самом деле, если перейдем сюда, ты его продашь за реальные бабки и купишь этот сюда что-нибудь лучше. Чем сломаешь? За реальные бабки продавать. Почему? Вдруг я захочу вернуться на легенду. А, на легенду? На легенду, да. Не, просто смотрю на количество данжей на карте и понимаю, блядь, сколько тут придется крабить, блядь. Да, почему? Ты ж не все будешь крабить. Чё тебе сказал? У меня полумесяц, короче, залагал, у меня теперь вообще счетчик нет. Я за сегодня больше 1000 накладывал, мне ничего в счет не... Опачки. Ира, я сегодня накладывал почти 3000. Ты тебе 3 раза воду дала или нет? Нет. Один раз? Ему нихуя не дало. Воду тоже вот, не дало? Вот. Не, воду дало, а больше сказали, извините. Я залагала, мне даже ни одной воды не дало. Ебать вы бахаете, вы чё? Моё на... 18. Моё на... 40. Ебать вы это. Ну.
Блять, взяли без меня убили. Пиздец. Вы чё такие шустрые, а? Да вы говорили, ещё можно сходить. Фортиамат пошлите. Фортиамат пошлите. А в какой лоте сейчас? Ага. Мне надо будет это... Сигму, на склад зайти. Сигню, потом открываешь карту и на самый верх. Бля, сейчас мне как тэпаться долго. Сила магии, точность магии выпал. Дай мне. Сказал бы. Барду. Меня немножко прет. Как тпшнуться из локации при помощи свитка в другую локацию? Никак? В смысле? Уже лизиум, селизиум, тпхайся куда-нибудь в другое место. Нахуй они тогда нужны, блять? Какие свитки? В Сигнию тпхнулся, пошел, купил у бокалейщика такие свитки. О, Даша. Вон, посмотри в Легион. Тысяча штук, блять. Да. Да чё вы, блин? Вот это вы жадные на деньги, а? Хурма это. Я не знаю, чё Ибрагим денег жалеет в этой хуйне. Пипец. Еврей? Походу. Где этот сраный бракалейщик? Ну-ка, Юра, покажи. Даша, иди сюда. Так, стопэ. О, запечатанный храм знаний. Таю. Пошли. А у нас, кстати, это... убрали же этим на вход, да, ведь? На этих хрониках. Во. Угу. Убрали же, нет? Придется опять рачить Ида на гипера, блядь. Вон фортимат убрали. Я надеюсь. Тут, по-моему, не надо эти. Тут на этой версии не надо иды. Ну и отлично. Тут ты так заходишь. Вот я не знаю, на Рунадиум. Если вы хотите, можно пойти в Басти. Ноп. Чисто патькой посмотреть. Ну зайди, посмотри, выйди. Потому что некоторые люди видели только с этого, с муликов. Я вообще не видела, не знаю, что такое бастион. Что случилось? Нам-нам. Ты нахуй нужен. Я так понял, тут все равно придется, он одется в эту фиолетовую арену и все, и в рот ебать. Ничего в жизни больше не нужно, блядь. Ну да. Я почти пойдем уверен, что есть получше. Пошли в обратную сторону. Пошлите к этому. Не слушайте Женю. Ну это как-то нелогично, маг камни вставляются, ничего не вылетает, не ломается, а волшебные камни, ну прям, вот собирал они, ты там... Они просто не вставляются. Собирал ты целую вечность на пуху какую-то, нахуй. Бац, точил, и нету пухи! И жизнь нет, кончена. Нет, есть особые точильные камни. Есть обычные, а есть особые. Ну, ты про фиолетовый говоришь? Да. Типа именно на сотку, короче, да, это все? Просто... Да. Блин, тут написано, типа, для активации необходимо... Погоди, вот. Ты можешь еще добавить... При усилении снаряжения высшего дэйва оно разрушается. Абсолютно тоже ломается даже при них. Из 8 мешков мне выпало... 8 стигм, но ни одной на барда. Это чё за прикол?